интересно, что там наверху, в этой башенке, на крыше. Там детская площадка. На фасаде надпись 1955 год. Чудная кошка, Владивосток, 19 ноября 2022 года. Здесь какая площадка, и турники, и лестницы, и беседочка такая, и даже теннисный стол есть. Супер. Сетку натянул, и можно играть летом. Здорово. Ну а здесь детская площадка, брусья здесь, турнички, лавочки, качельки. Что-то здесь фасад дома весь облупился. Балкончики такие здесь. У кого-то застекленные, у кого-то нет. Воробьи щебечут. А там на фасаде дата. Дата строительства, наверное, этого дома 1955 год. Лестницы тут с такими вот балясинами. И арки.
остатки трамвайных рельс. Раньше трамваи ходили вот в центр. Здесь вот были трамвайные пути до самого центра и дальше. Сейчас парковка. Там через дорогу раньше было трамвайное депо, вон в том направлении, а сейчас там рынок. Здесь был какой-то спортивный магазин, но сейчас, видимо, новые владельцы делают ремонт. Вот эта дорога ведет на Баляево, и с правой стороны там минный городок. Сегодня суббота, но все равно местные жители куда-то спешат, едут на своих автомобилях по своим делам. Вот и трамвайчик в сторону Баляева. Трамвайчик помчался. Как сейчас существуют кинотеатры в Владивосток? Проходят ли там киносеансы? А вот здесь внизу рынок.
один сплошной торговый центр здесь на Луговой. Здесь начинается блошиный рынок такой. Всякая всячина здесь продается.
почти бесконечные ряды всякого разного. Здесь проходят трамвайные пути в сторону Сахалинской. А вон как раз трамвайчик с тех краев с Сахалинской идет. Здесь рынок.
Вон там через дорогу, если я не ошибаюсь, военный госпиталь находится. Вот это здание. Здесь такой скверик. С левой стороны небольшая спортивная площадка с тренажерами. Здесь вот дама с собачкой гуляет. За этим кирпичным забором протекает река Объяснение. Здесь турники даже есть. Немного пройдем над рекой Объяснение. Вот она внизу протекает. Здесь вот рынок, всякие ресторанчики китайские, все такое. Машина разгружается. Рыбой пахнет. Здесь какой-то бедлам. Дороги нету, люди ходят как-то. Надо перейти на ту сторону, там поинтереснее. А что здесь за адрес? Сейчас что-то. Борисенко 10/7.
Здесь такой адрес, а там 9-й дом. Здесь адрес Борисенко 9А. Так, и что здесь дальше? Здесь пройти можно или нет? Переход. Борисенко 18. Какая-то организация в этом доме находится. Табличка там висит. А, что-то детское, наверное. Детская музыкальная школа в этом здании. Поднимемся наверх, посмотрим, что там. Здесь интересное что-то. Средняя школа 41. Здесь находится еще советская символика. Здесь детский сад, походу. Это школа. А здесь адрес Борисенко 22А. Вот этот дом. Гаражи стоят.
что-то вроде наподобие школьного стадиона, но неухоженного. Ну вот такие здесь дома. Трамвайчик там идет. Ну вот такие здесь дворики. Можно даже зайти в подъезд. Старые деревянные двери здесь. Почтовые ящики. Все дела. Батареи горячие. Распогодилось во Владивостоке. Утром как-то пасмурно было, сейчас вроде небо голубое стало. Thank you.
такой старый барак стоит. Зайдем во двор, посмотрим, что здесь. Здесь бардак, конечно. Колоночка, сарайчики, все дела. Борисенко 38. По дворикам как-то интереснее ходить, чем вдоль дороги по тротуару. Здесь не на что смотреть. Машины только ходят, ездят туда-сюда. Там где-то наверху 71-й микрорайон, Нейбута. О. А там дымит ТЭЦ-2. Три трубы виднеются. Вон они, трубы ТЭЦ-2, одна дымит. Здесь мойка, там что-то автомобильное. А здесь трамвайное депо или что-то вроде этого. Там вон табличка. Вон трамваи стоят там. Вот тут табличка есть. Трамвайное депо здесь. Можно пройти, пробежать.
31-й автобус здесь ходит. Там наверху какая-то хоккейная площадка. Надо посмотреть. Ну, в принципе, если залить зимой, то можно на коньках кататься здесь. И в хоккей играть. Что здесь за адрес? Борисенко, 64. Вот этот дом. В двориках интересней гулять. Ковры у людей. Бельишко сушится на улице. Борисенко, 66. Ухоженно здесь так.